Если я слышу, что кто-то утратил веру, я делаю вывод, что этот человек сдался. Со мной было не так. Привет, Гарри. Что ты тут делаешь? Готовлю материал. Интервью. С кем? Сюда. Пол Эшер из Геральт. Я знаю, кто вы. Я ваш большой поклонник. Я пишу о религии в светском издании. Мои статьи обычно мало кто замечает. Итак, сегодня 1 июня. Отчетливо назовите свое имя. Я Бог. Б-О-Г. Будь у вас такая возможность. Итак, вы Бог. Творец всего сущего. Что бы вы у него спросили? Что мне сказать тем, кто в вас не верит? Скажи им, что этот мир такой, каким они выбирают его видеть. Разве я заслужил ваше особое внимание? А разве нет? Я делаю очень странное интервью. Сможешь найти информацию по фотографии? Ты полетел на край света, в горячую точку, Пол. Война меняет людей. Сколько раз мне еще извиниться? Случается всякое, я не готова еще раз это пережить. Сара ушла от меня. Это из-за поездки? Нет, я думаю, все гораздо сложнее. Твое время на исходе. Хотите сказать? Да. Это интервью сводит меня с ума. Это правда интервью? Да. С Богом? Советуешь мне молиться? Хуже не будет. Нам надо поговорить о спасении, Пол. Номинант на премию «Оскар» Дэвид Стретейрн. Вы пришли меня спасти? А тебе это нужно? Разве не всем нужно? Брентон Туэйтс. Мы стараемся, хотим быть хорошими, но где ты, когда нужна помощь? Ты хоть представляешь, что мы чувствуем? Иногда по виду человека не скажешь, что он в беде. Пол, тебе дана уникальная возможность. Решай, использовать ее или нет. Пока еще не слишком поздно. Твоя жизнь не репетиция того, что будет после. Даже не знаю, почему я здесь. Кто ты? Ты знаешь, кто я. Интервью с Богом. Интервью с Богом? Отличная идея. Шутишь? В кои-то веки у нас Бог попадет на первую полосу. А что бы вы спросили? В кино?